В настоящее время Республика Таджикистан установила дипломатические отношения со 183 государствами. Об этом сообщил 15 августа на пресс-конференции с представителями СМИ министр иностранных дел Республики Таджикистан Сироджидин Мухридин. Он отметил, что направление экономической дипломатии страны достигло намеченных целей путем проведения важных конференций, представляющих деловые и инвестиционные возможности Таджикистана за пределами страны и подписания соглашения о сотрудничестве между отечественными и иностранными компаниями и организациями. Так, первый форум по инвестициям и развитию Таджикистана в Лондоне, который состоялся 28-29 марта текущего года, по инициативе посольства Таджикистана объединил предпринимателей двух стран. Между субъектами государственного и частного сектора двух стран подписано 23 новых документа о сотрудничестве на общую сумму более 370 миллионов долларов США. В этом же году, 3 мая, накануне государственного визита президента Таджикистана в Республику Казахстан, состоялся бизнес-форум двух стран, по итогам которого было подписано 60 новых документов на сумму 2,6 миллиарда долларов США. 18 мая в рамках государственного визита президента Таджикистана в Китайскую Народную Республику состоялась встреча лидера нации с руководителями более 40 влиятельных китайских компаний. Вопросы развития торгово-экономического сотрудничества и перспективы их дальнейшего развития, в том числе в сферах промышленности, торговли, сельского хозяйства, науки и технологии, а также привлечение инвестиций в свободные экономические зоны республики, в текущем году были рассмотрены в рамках работы межправительственных экономических комиссий Таджикистана с Узбекистаном, Казахстаном, Белоруссией, Австрией и Японией. Министр также отметил, что экономические вопросы, а также процесс реализации мер, связанных с сокращением бедности в рамках ШОС, также обсуждали в ходе рабочих заседаний Шанхайской организации сотрудничества. Стоит отметить, что по предложению Таджикистана в перечне актов было принято решение о принятии стратегии экономического развития ШОС до 2030 года, которая является инициативой президента Республики Таджикистан.